В Москве открылся международный конгресс по организации дорожного движения. Говорили о пробках. Мэр Москвы Собянин снова перечислял проблемы, которые достались ему от прежнего руководства. Все градостроительные ошибки в мире, которые только можно было собрать, мы собрали и сконцентрировали в нашем московском транспортном узле. Ситуация, к сожалению, она не стоит на месте. Каждый год строятся новые миллионы квадратных метров жилья, покупаются сотни тысяч машин, которые с каждым годом динамично не улучшают, а, к сожалению, осложняют ситуацию. Ну и что же собираются с этим совсем делать? Градоначальник сообщил, что совместно с Минтрансом вокруг Москвы будут строить транзитные дороги. Их нехватка также очень сильно сказывается на столичном трафике. Также Собянин поручил своему первому заместителю Владимиру Ресину возглавить штаб по решению оперативных вопросов в деловом центре Москва-Сити. А вот что уже сделано, чтобы хоть как-то облегчить жизнь столичным автовладельцам. В пределах ближайших полутора месяцев припарковаться в центре Москвы можно будет за 50 рублей в час. Это в 2, а то и в 3-4 раза дешевле, чем сейчас. О такой предновогодней акции власти столицы договорились с владельцами некоторых городских паркингов, которые расположены около крупных торговых центров и отелей. Правда, общее количество таких вот уцененных машиномест пока более чем скромное – 900. Столичные власти надеются, что к акции присоединятся и другие. Сколько будет стоить парковка после Нового года, не сообщается.